призер Суперкубка мира по боевому самбо, призер чемпионата России по боевому самбо, представляющий клуб «Патриот», город Москва, Россия, Вадим Босяев! Отступать некуда, позади Москва. Воспитанник бурятской школы дзюдо «Кадакан» 28-летний Вадим Бусеев в очередной раз представлял столицу, точнее бойцовский клуб «Патриот». Его противник, грачик Янгибарян, бился за Подмосковье. Многократный чемпион России по рукопашному бою, джиу-джитсу и панкратиону, он был фаворитом турнира, но в поединке с Бусеевым уступил. Наш спортсмен доминировал на протяжении всего боя, показав превосходство и в борьбе, и в ударной технике. Он повыше меня, побольше, и мне приходилось постоянно прессинговать его. Это не моя манера, в принципе, ведения поединка. Установка тренерская была на этот бой работать в прессинге, потому что соперник мой как раз любитель того, чтобы надавить в начале поединка, сломить своего соперника. И поэтому мне пришлось работать как раз наоборот, чтобы его сломить. Постоянное давление и переход в партер. По такой установке работал второй выходец из Бурятии, воспитанник школы дзюдо «Ипун» Алексей Иванов. Ему противостоял опытный латиноамериканец Луис Када Симон, чемпион Бразилии по профессиональному кикбоксингу. В начале бой был равный, но в конце Иванову удалось переломить ход поединка и выиграть по очкам. И Бусеев, и Иванов сегодня одни из лучших представителей клуба «Патриот», который базируется в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Спортсмены из Бурятии входят в число сильнейших российских бойцов, и их все чаще можно увидеть на соревнованиях самого высокого уровня. К примеру, за этим турниром, прошедшим под эгидой Fight Night, наблюдали 5000 зрителей в зале и миллионы по всему миру. Лариса Еринцеева, Баради Булатов, телекомпания «Аригус».